дорогие друзья! Сегодня у нас первый концерт. Группа называется «Кош Бакош» по названию кинофильма, в котором наш Ахмат Бакаев, поаплодируем, это кинокомпозитор, который написал массу, очень большое количество музыки для кино. И мы решили воплотить эту музыку в жизнь и играть ее на сцене. Следующая композиция называется у нас «Холмы».
Большинство композиций у нас не имеют названия, так что если вы придумаете какое-нибудь название, мы можем его рассмотреть. Сейчас прозвучала композиция «Холмы». Следующая будет вещь, которая называется просто вальс, но без названия, просто вальс. Если вы придумаете, будет неплохо. Thank you.
Спасибо, друзья. На сцену хотелось пригласить Анжелику Маркову, которая исполнит там следующую композицию под названием «Левитация».
композиция имела условное обозначение H1 и H2, что напомнило нам о шахматах. Следовательно, назвали эту вещь «Вечный шах».
Приветствуем Анжелику Маркову. Сейчас прозвучит вещь под названием «Алушта». Вы ничего не подумайте, это не политический трюк. Все равно все наше уже, да, как говорят. Thank you.
Спасибо. Соло на перкашен Вартан Бабаян. Хотел вам предложить прослушать следующую композицию. Она посвящается бедной, несчастной, хромой собаке по кличке Алмаз, но мы решили переименовать эту вещь как эпитафия. Собака жила, кстати, на оборонном предприятии Алмаз. Thank you.
звучит композиция на 12 восьмых без названия, да? Да, в квартете. Thank you.
Следующую композицию мы не знаем, играть или нет, потому что очень свежая. Но если мы ошибемся, вы не записывайте, пожалуйста, на видео. Предыстория этой композиции следующая. Риф придумал мной лет 20 назад для рок-группы на 7/8. Ахмат сочинил тему. Собственно, это такое небольшое лего для взрослых музыкантов. На 7, вот только на 7 мы играли.
Спасибо большое. Вроде получилось. Удивительно, да, удивительно. На репетиции не получалось у нас. Страх, как глаза велики. Сейчас прозвучит композиция «Дельтаплан». Я хотел сказать, вот Ахмат не хочет ничего говорить, но по его словам, вся музыка написана очень давно, в его бытность в Душанбе. Да? Нет? Не знаешь? Ну, не помнит. «Дельтаплан» недавно сочинял, извините. Да. Значит, мытищи навели ему, да. Так, сейчас прозвучит композиция «Дельтаплан». Ахмат Бакаев, автор
всей музыки, которая сегодня прозвучала. Ну, кроме одного рифа. Антон Залетаев, саксофон и флейта. Заключительная композиция имеет шахматное, опять же, название D1. Ну, варианты разные могут быть, да? Thank you.
Ахмат Бакаев, Антон Залетаев, саксофон, Вартан Бабаян, перкуссия, Дмитрий Славский, барабаны, Анжелика Маркова, ангельский голос, Дмитрий Андрианов, гитара. Ну и ваш покорная судьба, слуга, я. Как называют меня Ахмат Карабас-Барабас. Дмитрий Рыбалов, спасибо.